Всем привет, дамы и господа, с вами сегодня я, Александр. Победители прошлого видеоролика перед вашими глазами. Чтобы попасть в наш видеоролик, вам нужно поставить лайк, написать крутой комментарий, ну и по заслуженности ролика подписаться на канал. Все стильно, все красиво. Ну а мы с вами начинаем! Всем привет, друзья! С вами сегодня снова я, Саня. У нас наилучший, наилюбимейший, наипрекраснейший сайт Hell Store. Что мы будем сегодня делать? А мы попробуем, знаете что? Разогнаться с небольшой такой суммы. Вот, у меня есть $57. Я сейчас хочу устроить себе некий челлендж. Вот именно вот с этой суммы, ни копейки больше, я буду пытаться пробиваться. Если я удвою, утрою этот депозит, то есть у меня будет по итогу какой-нибудь ножик за $150, это будет замечательно. То есть от бомжа до ножа, вот так вот назовем эту серию. Что касается ваших бонусов, они у меня есть. Нажимаем на кнопочку партнерчика, выбираете вот этот вот мой замечательный промокод Богомол, который будет в описании. Открываете сайт, закидываете туда при пополнении, получаете бонус 6%. Также можете поступить еще круче, то есть взять еще больше бабла. Каким образом, спросите вы? А очень просто. Нужно, чтобы ваш уровень Steam был больше 3-го. Дата регистрации Steam аккаунта должна быть больше, чем 3 месяца. Также в игре должно быть сыграно не более 150 часов. И самое главное, профиль должен быть общедоступным у вас. То есть, чтобы каждый мог посмотреть, зайти, посмотреть, что как, почему. Чтобы... Почему это нужно? Чтобы вас идентифицировали, так скажем. Что убедились, что вы не какой-то бот, там, мошенник или еще что-то. Что вы реальный человек, что вы заходите на сайт, что вы играете в КС. Все, на этом у меня все. Также можете брать халяву, просто полноценную халяву у них в группах, в сообществах. ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке, в Твиттере, во всех этих группах данного проекта есть очень и очень много халявы. Там и бонусы, там и постоянные розыгрыши скинов, розыгрыши промокодов на данный сайт. Так что залетаем, забираем бонусы оттуда, прилетаем сюда, пополняем баланс, вводим промокодик мой и получаем очень и очень хорошо по балансу. Ну а мы с вами начинаем. Не успел я, к сожалению, поставить. Ждем следующую ставку и ставим на следующем. Арс у нас побеждает. Поздравляем его. У нас $18. Сейчас можно докинуть вот так. Так, 60%. Есть резон вот так вот подтопить еще. 57. 47%. 86 банк. Пожалуйста, Хеллсторчик, умоляю тебя, дай. Отдай, пожалуйста. Отдай. Я понимаю, что за последние ролики я очень много вынес тебя, но отдай. Стой! 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 Поздравляю. Мы переходим в мой любимый апгрейдер. Берем Сайрекс и Фантом. И делаем неоновую революцию. Пожалуйста. Пожалуйста, очень тебя прошу, умоляю, просто отдай. Пожалуйста. Пожалуйста, дай. Стой! Не повезло. Но, друзья, я не буду расстраиваться. Да, я сказал, что постараюсь выиграть с этого баланса, но с учетом того, что сколько я забрал, этого не получилось. Я возьму вот этот вот нож и поставлю этот нож. Все. Посмотрим. $58. Пожалуйста, Хеллсторчик, родимый, отдай. Отдай, пожалуйста. 86%. $70 банк. 70% уже. Ну давай, пожалуйста. Не подведи, Хеллсторчик. Стой! Фух. Вот такие вот моменты очень опасные, друзья. Очень опасно. Так. Ладно. Коинфлип. Наверное, создаем собственный. На вот такую вот сумму. Не. Конфлип. Мы зайдем потом, а сейчас мы попробуем вот так вот. И то, что выпадет, мы закинем в коинфлип. Вот так вот собираем. Выбираем кайман.
Нажимаем улучшить. Ну, пожалуйста. Стой! Отлично. Все, супер. И вот этот вот кайман мы закидываем в конфлип. Прошу прощения, друзья. Заговариваться уже начинаю. $29. Если все сейчас пройдет успешно, мы заберем $60. Хорошо будет, очень даже. Давай, ждем пока. А, все, отлично. Залетел к нам наш оппонент. Пожалуйста, ну отдай, Хелл. Умоляю тебя. Не подведи. Есть, отлично. Супер. Супер просто. Забираем. Идем в следующую катку в классике. Если честно, друзья, Hellstore классный. Мне вот больше всего апгрейдер нравится. Очень хорошо мне он выдает. Ждем сейчас, кто сколько будет ставить. Потом будем докидывать. Свои уже код красный поставили, интересно. Давайте, Азимов, начнем пока с него. И потом я еще докину в финале. Вот так вот, $89, пожалуйста, $89, я тебя умоляю, пожалуйста, отдай, отдай, стой, господи, это просто капец какой-то, надо, это надо видеть, друзья, на какой линии это просто было, господи, Hellstore, ты меня оставишь скоро седым, вот так, смотрите, вот у меня получается 10 предметов, 8, ну $9. Вот можем сейчас сделать. Но не всегда это получается. Так, куда мы идем дальше? А мы идем дальше в колесо. Что у нас тут? Синий-синий-красный. Давайте на желтый поставим код красный. Вот так вот. На желтый, да, мы ставим красный. Ну давай, пожалуйста. Hellstore-чик родимый, я тебя очень прошу, отдай. Вот пацану повезло, который ножик там поставил. Капец, X5, $40,000. Есть, я успел. Я успел, друзья, залететь на $50. Пожалуйста, Hellstore. Я тебя очень прошу. Дальше, дальше! Так, ладно. Делаем финальный апгрейд этого вот ножичка. Делаем этот апгрейд. Мы... на перчатке. И каким бы ни был результат, мы это заканчиваем. Этот ролик. Давай. Ну, хорошо. Ну, смотрите. 3 ножа сейчас выпало. В принципе, все хорошо. Спасибо всем за просмотр. Приятного аппетита. Хорошего сна. Всем пока-пока.